Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и тур начинается. Пройди уникальное событие гиросферы в честь дня рождения и выиграйте тиранозавра. И я думаю, это мы сейчас с вами и попытаемся выполнить. Турнир гиросферы, я туда никогда не захожу, потому что в них ничего интересного нет. Но сейчас мы, как обычно, в последнее время часто заглядываем в гостевой аккаунт. Да, у нас проблемы, да, планшет все никак не отремонтируют, и беда, да, беда. Ну что ж, будем стараться поддерживаться здесь, поддерживать этот аккаунт, чтобы хозяин, когда приобретет себе новый телефон или смартфон, снова смог, в общем-то, вернуться в аккаунт, где ничего он не пропустит. Ну, а мы заодно сможем выполнять здесь какие-то события, которые я бы не стал выполнять, потому что они, например, стоят $500. В своем аккаунте я берегу каждую копеечку, так сказать. Так, ну что, давайте будем. Вот наша награда, это тиранозавр. И пойдемте, я уж абсолютно не помню, как оно что да выглядит. Так, начинаю вспоминать. Нам сейчас будут 3 раза предлагать. Подождите, 5 раз нам будут предлагать, и мы должны выбрать одного из. Так, ну, тут, не знаю, тут хищник всегда предпочтительный. Второй летун пусть будет. Третий саркозух. Четвертый. Так, давайте смотреть. 138. Ну тут там амфибия самая сильная. И, блин, я одних амфибий наберу. Вот эту амфибию надо точно брать, блин, у нее жизни много. Набрал амфибии, будет, конечно, печаль, беда, и нам нужно выполнить, так, 1, 2, 3, 4 боё, уй. Ну и, да, я, конечно, к этому делу не привык. Блин, ну он одним тирексом тут затащить будет довольно сложно. 385. Сейчас надо подумать. 1. Я-то справлюсь, только в каком виде останется тирекс? Ваша команда неполная. Точно хотите? Не помню, какие здесь правила. То есть, да. Более чем хочу. Просто он должен просто выжить. Блин, я соскучился, ребята, за этой ареной. Жаль, что она сейчас только в гиросфере попадается. А почему так тихо? Почему никто не рычит? Почему диплодок не издает никаких звуков? Только саркозух там что-то шипит. Крокодиломорф саркозух. Так, ну все. Вот тебе и хана. Ах, звук был приятный такой. Ну, звук рева зауропода. Как в фильме «Парк юрского периода». Так, ну первый бой мы выполнили. Да, то я понял, жизнь уменьшается. Ну у меня слабый такой тирекс, просто жесть какой слабый. А диплодок жесть какой сильный, то есть мы сейчас кого-то потеряем. Терять саркозуха или капразуха? Ну, капразух классно выглядит. Моделька динозавра вообще шикарная. Ну, вот сейчас, наверное... Блин, он нас на 2 сейчас ударит. Не, на 1. Ну, вот сейчас мы его теряем. Ну, нет смысла защищать его. Мне нужно было ставить защиту 3 по-хорошему. Он снова на 1. Это нехорошо.
Давайте, Рекс, мы в тебя верим. Сожри этого диплодоцита. Главного представителя своего семейства. Так. И тишина. Так, ну я так понимаю, там дальше у нас будет два и три противника. Ну вот тебе на. Вышибло. Ну, бой, надеюсь, нам засчитают. Ну, подождем. Подождем, ребятки. Странно. Очень редко бывают такие ошибки, ну ладно. Мы главное, что не посреди боя нас выкинуло, то есть мы ничего не потеряли. Так, вот у нас идет раптор. Блин, так они-то сильны. Раптор-то непростой. Раптор будет бить 350. Фартануло. Я бы его не пробил за два удара, хотя 800, 1600 с бонусом. Не, я его пробивал бы за два удара, нормально. Нормально отработали. Но у меня они уже покоцанные такие. Так, у нас осталось два боя. Два боя. И это точно такой же раптор. Ну давайте попробуем. Давайте защитимся. Так, ну вот мы и потеряли нашего Сарказуха. Пять. А хватит ли 5? По-моему, не хватает. Я вот так вот сделаю. Атакуй, давай. Пробивай меня. Так, ну. Была не была. Ну, хоть был, блин, и так было 5, и так было 5. Вот это эпик фейл, ребята, да. Это эпик фейл. Так, так, всегда будут по одному противнику. 5 боев по одному получается. Все тут, то есть я... Ну, если бы я знал, что нельзя проиграть ни один бой, то я бы, наверное, сделал по-другому. Я бы... брал все-таки троих. А можно еще раз? Да, можно еще раз. Давайте еще раз, ребятки. Так, кто здесь самый сильный? Тирекс. Летун. Сарказух. Печаль, беда. Капразух или травоядный? Травоядного немножко... Ну ладно, пусть будет капразух. Он танкует лучше. Так, ну погнали. Да.
Ну, 200 это вообще не больно. Он поставил 2 в защиту. И проатаковал. Ну, такая. Немножко. Немножко мы потеряли жизни. Хорошо. 5 боев. Нельзя ни разу проиграть. У нас 5 противников, и у него 5. У нас 5 Дина, и у него 5 Дина. Но у него Дина сильнее. У него Дина идут сильнее, чем у меня. Опять ты, да? Защитимся. Блин, ну... Не знаю. Но сейчас мы его сольем. Раз, два, три. Ну попробую его хотя бы, чтобы он хоть как-то выжил. Вот, ну, он на худенького выжить может. Вот. Все-таки лучше, наверное, переключиться. Потому что сила удара Капразуха совсем слабенькая. Это будет Тирекс наверняка свою работу сделает. Нас... так, кто у нас тут дальше? А дальше у нас... Ну вот я ничего, вообще не знаю, зачем вот этот Апижара. Блин, он крепкий. Он крепкий. Ну, он будет атаковать, однозначно. У него 2 балла, он на 2 атакует. Это такая вот подстава, да. Если он может вас убить, он 100% это сделает. 8 у 3. А, так вообще шикарно. Мы, то есть, вообще самого слабого слили и победили. Вот я даже на это как-то не рассчитывал. Просто все супер. Так, теперь. Сделаем то же самое. Вот вопрос только. Хватит ли 3 удара? Будет обидно, если я сейчас опять сольюсь. Но у меня тут была немножко другая стратегия. Он сейчас опять атакует на 2. Не, ну 8 у 3 я его по-любому пробиваю. Чё я думаю, блин? 8 у 3, 24. Плюс бонус. Ну и вообще удар такой же, как в прошлый раз. Так, ну и теперь у нас последний бой. И в последнем бою у нас... Так, ну там мы тут легко побеждаем вообще. 77 уровня Тирекс, подлецы. Ну красиво. Красиво, ничего не скажешь. Ну, опять же, атакует на 2, потому что стопудово может нас пробить.
И сейчас он сделает то же самое, атакует на 2, потому что стопудово. Хотя может и не проатаковать на 2. А давайте попробуем вот так вот сделать. Просто по фану. Да! Yes! Круто! Это было прикольно. Ну ничего. То есть у нас все получилось. Мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Тиранозавр. Ну, в принципе, ну, не сложно было. То есть, и этот турнир можно проходить много раз. Ну, долларов нам не дают, конечно, за это все дело. И есть еще водный гиросфера. Но я думаю, что, можно будет сходить и на водный, ребятки. Но в следующей серии. Так что на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.